Так, иди сюда. Чё происходит? Ты поджигаешь? Нет. Дебил! Это ты поджёг! Придурок! Конченый дебил! Да ну тебя, шо? Это реально ты поджёг? Отличный канал Games Illusion, где ты сможешь найти офигеть как много прохождений крутых и интересных игр, Outlast 2, Alan Wake и многое другое. Человек действительно прислушивается к мнению подписчиков, и у него очень качественный контент. И также приятный голос. Ссылочка в описании. Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, добро пожаловать в Майнкрафт, и сегодня вместе с Жекой мы продолжаем троллить игроков на серверах в Скайбарсе. Да, ребята, всем привет, и сегодня мы с Эдисоном решили поиграть за целых два блока, за динамит и за камень. Да, ребята, поэтому ставьте большущий палец вверх прямо сейчас на вот эту серию, если хотите больше видосов с троллингом. Чем больше лайков наберем, тем больше серий будет выходить. Да, и погнали! Давай, с другой стороны, держи камень, держи камень, держи камень, держи камень. Там задницу не нужен мне камень. Цепляйся. Камень не дает. Я самый беспалевный человек на свете. Алло. Ай, что ты, облава! Что ты на облава так обманул? Нет, за ним. Нет, я буду тут стоять. Алиса, а что мне делать? Ай, Алиса, со мной пиши. Иди в задницу. Нет, не пали меня, не пали меня! Эдисон! Джек, уйди отсюда, уйди! Что происходит? В смысле, они нас бросили? Кажется, она нами блоки ломает! А, говно! Говно, жопа! Я убил их двоих! Да? Да! Они меня даже не заметили! Что происходит? Как ты это делаешь? Они меня не заметили даже. Они все тебя били, я просто стою себе, ну ладно. Я говорю, я приманка, я слишком красный. Жека, отличная схема. Вообще отлично, мне убирать. Жека, как мне отсюда выходить? Ты смотришь тут на твоего своим крипер-баром. Дебил. О, опа. Так, передо мной два чувака. Чем мне еще остается? Ну, пытаются вдвоем одного чувака догасить, а он просто стоит на своем островке и стреляет снежками. Кажется, к тебе идет. Ой, не ко мне, пожалуйста. Меня тут нету, в принципе, я камень, а? Ладно. Беги! Эти ты справишься! Спалили! Облава, Жека, облава! Они до сих пор тебя еще не убили, так что ты все... Он упал один. Да? Они бежали за тобой, и упал один. Ну дебил, что сказать. Да что? Смотри, что они не убили? А, они там до сих пор сражаются. А, это чувак ловушку построил, короче. А, ну его сожгли, все. А другой где? Там. Мимо, облава! Да как? Облава. Я его почти убил, вот солечка не хватало. Да, ладно. Ну, здесь он как бы... Вот у тебя будет самый беспалевный PNT на свете. Жека, иди в задницу. Жека, меня так нет. Мне кажется, спалили. Да убегай, Жека, облава. Крипер бар. Ага, уже облавы. Ой, надо мной кто-то ходит, Жека, надо мной кто-то ходит. А, ты... Я как бы тоже рядом с тобой стою, дебил. Я заметил. Я только сейчас заметил. Что происходит там? А никого не смущает такая горка из TNT? Да, мне кажется, Краб все наоборот будет бояться к тебе подходить, так что все нормально. Жека, тактика. Сейчас, этот чувак пробежит. Тактика, они тебя замечают, ты взрываешься, они начинают убегать, а их начинают догонять и бить в спину. Точно. Сейчас криками крипер бара, все. Да. Не, ну я сам беспалевый. Да, я ты считаю, вообще беспалевый. Я просто мастер. Над нами 4 чувака там. Я не успел взорвать! Нет, не успею, успею! А, все, он испугался, он убегает! Жека, я его убил! Я не знаю, пожертвовал собой. Жек, у меня полсердечка, дебил. Я сам себя взорвал. Ай-яй-яй. Так, кто за ним? Кто за ним меня там ходит? Ну так прикольно, знаешь, только взрываю TNT, сразу вот такой сворачивается, начинает отвлекать. Ну, чувак, нормально пробежал. Два кусок. Писал дебил.
А я за ним бегу, спину ему... Вот видишь, видишь, тактика работает. Он пугается. Типа, тетёханый, мама. Начинает убегать, я в спину его убил. О, ничего, я выжил. Ой, я на шифте так прыгаю без палена. Ай, нянь, помоги. Да, забей, он вообще в другом месте, он там на каком-то острове сидит. Я не знаю, может, сделаешь какую-нибудь ловушку построишь, чтобы он тебя спокойно спалил, не знаю, там за тобой побежал и упал. Ну вот тут он меня спалит, и я его сброшу или сам потом. О, он бежит к тебе! Да? Где он? Я не знаю, к тебе он не к тебе, но он все приближается, приближается. Он после тебя стоит тут. Я вижу, по сути. Ай. Знал бы ты, какой у тебя противник, чувак. Ты бы не одевался так жестко. Он меня заметил, да. Да, да. Я видел. Сейчас как... попытайся его скинуть, попытайся его скинуть. Чувак, не вали меня, пожалуйста. В смысле? Не-не-не, в смысле, я не верю. Да не, он не запалил. Как не запалил? Он видел то, что я тут. Я со шифта встал и просто пробежался. Ну да, но он говорит, что типа ты пропал куда-то. А, он взрывает, он тут ТНТ ставит. Да мне пофиг. Не беги, ты не упадешь, по идее. Нормально. Он такой думает, что за хрень? Где он? Где он, куда он пропал? Он испарился. В другом месте вообще ставит ТНТ, ты не взорвешься. Ну он меня видел, 100% он меня видел. Он сейчас сам себя взорвет. Так те же. Он на шип встал, да? Какого черта он такой... Не, он просто наверх поднимается. Он убегается, он убежал. Какой-то самый тупой человек, которого мы только когда-либо встречали. Встань опять шип там, я просто интересно, что у него какая реакция будет. Подожди, он сюда идет? Да. А нет, не, он вообще далеко. Он опять убегает, встань шип там, он все равно тебя не заметит. Вот. Алло, чувак, я тут. О, беги! Что он такой, видимо, показалось. Где он, Жека, где он? Попробуй еще раз, он тебя не спалит. Где он? Я его не вижу. А, вот вижу. Не, чувак, я тут, алло. Он обратно возвращается. Так, он опять увидел ник, он спускается. Попытайся его скинуть, пожалуйста. Он опять тебя не заметил, да какой же он тупой. Он реально... Так, он заметил. Не. Нет! Ты реально самый тупой. Да. Сейчас бы два раза не заметить. А, нет, там все, закончилось. Отойди. Быстрее! Что ты сделал? Как мне запираться? Эдисон, ты меня кинул! Сзади, чувак! Эдисон, мне посрать, все давай! Жек, я вообще... Смотри, как я упал! Ты упал? Да, я так психологом упал! Ой, боже! У меня какой-то стресс, я ставлю ТНТ, прыгаю, умираю. Я как раз тот блок вообще какой-то поставил под остров. За тебя, чувак, Эдисон, за тебя! Да иди ты за... Да пофиг, чё он меня бил вообще? Туда же облаву, да? Да. Сейчас мы тут всех взорвем. Найди дружка. Сам ищи, я тут облаву строю. Мне тут не просто так, как тебе встать возле камня и все, и нормально. Так, Жек, у нас дружок есть, если что. Мы в безопасности, Жека. Не ставь, пожалуйста, опять тинки. Я не хочу, чтобы у меня мань вылетела. Жека, чувак! Тихо. Эдисон, он меня спалит, ну это вообще, это капец. Я говорю, так палим, да, Эдисон, ну вот как вот меня можно не спалить? Тихо. Нет, не палите меня, я ТНТ, я тупой ТНТ. Мне никому не нужно ТНТ, пожалуйста. Ой. Да, меня тут нету, не. Ой, чувак, еще один бежит. Я тупой, никому не нужно ТНТ. Я никому не нужно ТНТ. О, правильно! Все правильно. Жек, если ты будешь взрывать ТНТ, я убегаю с этого места, не хочу, чтобы у меня майн вылетел, хорошо? Если я взрываю... Ой, чувак бежит. Помогите. Нет. А, посрать! Он меня спалит! Я думал, что он меня спалит!
А, сейчас да, запалили, Жека. Ааа, подождите. Нет, нет, пошел вон, пошел да нахрен. Ты, ты меня предал, он меня заметил. Пошел в жопу, говнюк. Жека, убегай, убегай, убегай. Облава, во имя крипера. Убегай. Во имя крипера. Сзади, 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 чувак, убегай. Пошел в жопу, пошел нахрен. Он близко, он близко. Я одел трусы, я одел трусы. Трусы помогут мне. Все, 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 он отстал, можешь прятаться. Куда мне прятаться? Не знаю. Я, короче, пошел, это я дровосек, ё-моё, сейчас пойду всех рубить чаем. Давай. Дровосек, бегать тинти в панталонах каких-то. О, все, вот это моя цель. Давай, Жека, давай. Давай, говно, давай, 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 давай. Не, 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 ты что такой слабый? Давай, 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 давай. Сейчас скидывать камень? Да. Ладно. Пошел в жопу! Нет! Жека, я отомщу за тебя, я отомщу, если доберусь до центра. Нет, Жека, твоя тактика. Просто стань внутри этого тенити и готовься его взрывать. У тебя есть с чем взрывать? Да, зажигалок. Ну все, в общем-то, только кто-нибудь подходит, ты сразу взрываешь, короче. Жека, если кто-то за меня будет, сразу ори. Ну как бы реально сзади человек, чувак. Не верит он мне. Я думал, ты меня обманываешь, дебил кончен. Давай, чувак бежит, сзади не состоит вообще. Дебил кончен, я думал, ты в шутку орешь. Ну конечно. Они к нам идут! Тихо-тихо-тихо! Я его сбросил, Жека! А, да? Да. Не, мы махнем его тогда, дебила, чё он тут там стоит? Да. Он сверху, Жека. А! Ну, убегай. Будь здоров, я его убью. Так, чуваки, чё? Это страх, вот от тебя чувак, по тебе стреляют. Да, они... Ой, там какая-то драка, что-то они бегают так круто. Как он меня ударил? Вот их вдвоём остались. За мной! Быстрее! Я сзади. Все, короче, я тут делаю облаву. Мне вообще пофиг. Среди кустов, нормально. Да, я среди деревьев, вообще камень среди деревьев попрятался. Ну все, нормально, по-моему, четко. Да. Вообще не понял. Только попробуй подойти. Я даже камень не нашел, нормально. Давайте, подойдите ко мне, давайте! Давай, давай! Я его киркой, ты меня опять взорвал, так твою мать! Почему блоки пропадают? Я не могу подняться, Эдисон. Посрать, я уже... Ты где ты? Ты уже в центре? Да. Я бегу, Эдисон, я за тобой! Да как он меня запалил, дебил! Чего? Ай, смотри, пропал! Я взорвал чувака! Взорвал! Жека, убегай! Так, что за сундучки? Ничего, Жека, убегай! У него 9 хп! Да не, нормально, не нравится! Он за тобой бежит! Помогите! Горим, жопа! Все, четко. Ой! Ты что было? Ой, что? Жека, там бегут! Стой спокойно. Ой, не шевелись даже. Не шевелись. Нет. Ты взрываешь и убегаешь. Да ты конченые мрази, дебилы! Придурки, я убегаю, пока я тебя... Смотри, я не понял, я его убил, он меня убил, но с твоей помощью как бы. Ты видишь, да, здесь бомбермен, типа. Да. О, там уже на центре! Так, ладно, план меняется. Ой, ладно, меня запалили, я хотел незаметно так подкрасть. Ты бегай, я тут... Я застрял в стене, вашу мать! Так, да, Жека. Чувак, меня запалил, но он боится ко мне идти. Пойдет? Жека, взрывай! Давай! Камон! Зайдите ко мне, нет! Ты взорвал, чувака, ты взорвал! Пошел в жопу, вот, пошел! Это ты убил одного, Жека? Да. А, или не убил? Я убил, там бомбермен. Побежали, давай!
Давай, давай, давай. Давай, давай. Никого нету, никого, можно полутаться. Все, четко. Я встал. Эдисон, быстрее. Лаву бы оставил лучше, но потом... Да, посрай. Чтобы лаву оставил. Так они зря, кстати, пойдут на секундочку мочить. Идет, 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 идет. Жека идет. Идет, идет. Я боюсь. Он бьет моего, он бьет моего скелета, нет. Ты же не поможешь, да? Конечно. Тебе что, помочь, Жека? Так, я несу. Чё происходит? Ты поджигаешь? Нет. Дебил! Это ты поджёг! Придурок! Конченый дебил! Да ну тебя, шо? Это реально ты поджёг? Ты дебил? Ты придурок! Ты меня взорвал, думаю, чё горит? Нормально, нормально у меня тиммейт, вообще, он великолепный просто, стою, никого не трогаю, меня поджигает, офигенно. Так и знал, что все камни тупые. Чё же, у меня слезы потекли. Ой, за что, за что? Жопа. Ну что, ребята, в принципе, наша серия подошла к концу. Если вам понравилось, то ставьте большущий палец вверх на вот эту серию. Чем больше лайков наберем, тем больше серий мы продолжим записывать Жекой и также троллить игроков. Да, и не забывайте, ребята, писать в комментариях, за какие бы вы хотели блоки, чтобы мы сыграли. Мы обязательно прочитаем и обязательно сыграем. Да, ребята, большое спасибо вам всем за просмотр. Всем удачи и всем пока. Покедова.